Всем здрасте! Вы на канале Пиратская Жизнь. С вами, как всегда, Нинок. Девчонки, мальчишки, ну что, настало то прекрасное время, когда мы с вами будем испытывать... Да, наш водонагреватель. У нас сегодня, смотрите, видите, нету горячей воды. И я не знаю почему. Нам надо будет мыться, нам надо будет мыть посуду. Оно вот нифига не работает. Вот, позвонила, короче, в теплоэнерго, они говорят, что у нас проблем нету. Как бы решайте все сами. Позвонила в управляющую компанию, вот, они сказали, что я ничего не знаю, может быть, какая-то авария. Ну, в общем, скорее всего, возможно, кто-то колымит. Не будем, конечно, показывать пальцы. Кому-то отключили воду, чтобы поменять стыки или что-нибудь такое, не знаю. У нас периодически такое бывает. Вот, ладно, сейчас будем, короче, включать обогреватель, потому что, ну, неизвестно, когда ее включат. Вот, так что сейчас давайте пытаться все это дело подключать. Так, для начала, что нам надо? Вас поставить. Так, секундочку. Чтобы вы, как говорится, не мешались пока что. Включаем обогреватель. Все, он у нас включен. Так, теперь что нам нужно? Нам нужно наполнить его. Ну, для начала, конечно, отключаем горячую воду. Так. Тут отключили. Все. Так, включаю, короче, тут вот воду. Нам надо его заполнить. Надеюсь, может, ничего не липанет. Аккуратненько. Так, как тут? Вверх-вниз. Нет, не туда. Все. Все. Водичка пошла. Включаем на полную. Все. Вода включилась. Он у нас начал заполняться. Так, теперь что нам нужно? Нам нужно... Эти краны перекрыты. Что это спусковые. Нам теперь нужно открыть горячую. Чтобы... Так, теперь что? Следующий этап. Нужно, чтобы он заполнился. Так, для этого включаем горячую вот эту вот воду. И ждем, когда сейчас спустится вода. Сейчас выйдет лишний воздух. И должна пойти вода. Ждем. Даже она сама потечь. То есть вот просто лишняя влага выходит. Ну, в смысле, влага, воздух. Сезон, как говорится. Сезон запущен. Ну, что тут? Ну, что-то пошло. Надо дождаться, когда вода пойдет. То есть там вода должна заполнить и, соответственно, выдавить воздух. И, соответственно, здесь должна пойти вода. Вроде такой принцип, если я не ошибаюсь. А я надеюсь, что я не ошибаюсь. Так. Ну-ка. Так, здесь у нас, надеюсь, ничего не льется. Нет, здесь вроде все хорошо. Не, я здесь все... Да, я здесь все включила. А что ты сам включила? Ну, я его не включила, потому что нужно сначала его заполнить, а потом включать. Ну? Ну. А он-то заполняется? Да. Вот надо подождать пока, вот. Во. Видишь, вода пошла? Вот. Все. Значит, он заполнился. Вот, отлично. Ну все, иди отсюда, ходи тут, в трусах. И мы, соответственно, его включаем. Все. И включаем эко-режим. Все, 55 градусов. Сейчас там 22 градуса. Вода, ну все, отлично. Как говорится, пуск дан был. Все, надеюсь, все у нас согреется. Вот, видите, он будет у нас в эко-режиме работать. Да, перекрыла.
Все, сейчас там 21 градус, он заполнился. Все хорошо. Ну все, ребятки, пускай у нас греет водичку. Потому что я сегодня хочу помыться. Заодно проверим, достаточно ли нам 50 литров. Все, пуск дан. Так, ну все, мои хорошие, слава богу. Так, что я хотела сказать. Я сейчас посмотрела, кстати, график отключения горячей воды у нас в нижнем. Вот. Хочу сразу кондичек, потому что жарко. У нас на улице сейчас 27 градусов. Даже тапочки сниму. Тапочки жарко. Вот, и, короче, посмотрела график включения и отключения горячей воды. Там показывает, что график у нас должен отключиться с 28 по 31 мая, а потом с 1 июня по 10 июня. Во. Я такая спрашиваю, а получается так, что у нас отключается вода, ну, это сразу, да, то есть на 14 дней. Он говорит, нет, это в два этапа. Я говорю, ну, два этапа же, они прям вот. Он говорит, ну, вот у нас вот так вот прописано. В общем, короче, нас отключают в этом году на 14 дней. Причем эти два этапа обычно они делали как? Они делали 3 дня в мае, 10 дней в июне или в июле. Ну, в середине там где-то, да? И в августе еще там 3 дня было. А сейчас вот видите, как они сделали? Они сделали 2 этапа оставили. То есть 3 дня и вот 10 дней. Или сколько там? 4. Как так получается? В общем, вот такие дела. Так что потихоньку, полегоньку будем проверять наш приборчик. Надеюсь, у нас будет хорошо работать. Ну, в принципе, я думаю, сейчас вот мы его заполним, а потом можно будет вообще, если что, оставить там воду, не буду я уже спускать до 28 мая. Вот, получается, что основные дни, когда здесь будет отсутствовать горячая вода, мы будем сами отсутствовать. А что-то встала, знаете, даже умыться не могу. Там была какая-то вода такая, ну, горячая, остатки. Вот я немножко умылась и все. Какие дела? Так, ладно, надо поставить чайник пока. Кипятиться. Что-то на чайнике уже какая-то фигня. Сразу ототру, пока он нормальный. Все, пускай кипятится. Ну все, старт дан. И это хорошо. И это хорошо. А у вас уже отключили горячую воду, а? Скажите, пожалуйста. У нас сейчас, смотрела погоду, 28 градусов. 28. А это день у нас. Ой, хоть глаза протереть сейчас маленькую секундочку. Промыть. И все. Так, ну что, мы с вами сейчас готовим завтрак. Ой. Как я не люблю вот эти все отключения воды, электричества, интернета. Меня так сильно выбивает вот это вот из графика. Прям вот я прям пипец. Потому что я люблю, когда у меня вот все есть. Когда все вот эти вот блага человечества, они все есть. А так у меня прям нервы. Главное, никто ответ-то не дает, что там происходит. Так, ладно. Хочу сейчас, знаете чего? Наверное, я обжарю сосиски. Сделаю яишенку. Может быть, какой-то салатик. Что у меня тут? Вода? Вода, вода. Как прикольно, что можно в любой момент взял, включил. И не паришься. То есть я была спокойна. То есть если бы сейчас у нас не было бы отопления, я бы всех на уши подняла. Ну, то есть не отопление, а горячей воды. Я просто, ну, не люблю, когда вот все вот это вот отсутствует. Так, что у нас еще есть? Надо посмотреть. Есть лук, который, кстати, надо кушать. Так, есть огурчики. Вот надо огурчик один кушать. Персики. Мы вчера, кстати, ели вкусные персики. Кисленькие, конечно, еще, но нормальные. Вот огурчик один. Что еще? Помидорочки, помидорки. Что вроде покупали, а что-то так смотрю, и жать-то нечего особо. Помидорку одну. Сейчас салатик сделаю. От лучка остатки. Так, что у нас еще есть вкусного? У нас здесь вкусного есть еще. Вот фруктовый. Есть шоколадные, шоколадные губки. А я себе вот с этим вот карамелькой возьму. Вот. Так, здесь у нас помидорки. Вот эти надо кушать. Так, это у нас укропчик. Огурчик, укропчик, все это есть.
Так, а что? Редиска. О, точно, и редиска. Вован, иди-ка сделай салатик. Хоть что-то сделай по дому. Полезное. Так, девчоночки мои. Пожарить-то мы с вами всегда успеем. Надо вот это еще убрать все. Тут у нас тарелок куча. Всяких разных. Сейчас. Все. Как говорится, пуск дан. Как раз нагревается вроде как 1,5 часа, я смотрела. Не знаю. Ну, как раз вот покушаем. Все сделаем. И оно погреется. Так, сейчас, зайки мои, сейчас я поставлю на минутку. Мне нужно быстренько почистить овощи. Так, помидор, огурчик. Чайник я поставила. Так, все мешает. Все мешает. Вован, порежь салат. Вчера, кстати, знаете, что смотрели этот сериал? Сериал называется «В активном поиске». Прикольный, кстати, сериал с Нагиевым. Вот, я же порался. Классный такой. Вот мы его вчера досмотрели. Вот, хороший сериал такой, интересный. А что так сделаем? Там, кстати, я смотрела, знаете, он такой, этот, то есть показывает температуру в баке, и то есть вот воду спускаете, он, соответственно, понижает градус. То есть добавляет, соответственно, холодную воду и градус понижает. Так что чем меньше сейчас спускать воды, тем быстрее она нагреется. Вован, порежь салат, пожалуйста. Ой, не хочу я все делать сама. Пускай Вован хоть что-то делает. Не люблю резать, честно. Уже так отвыкла от всего этого. В крайних редких случаях что-то вот режу по дому. В основном у нас Вован все это режет, а я все подготавливаю. К мукбанкам, там туда-сюда. Я за поболтать, я креативный продюсер. Он у нас это такой вот. Контент-мейкер, я бы сказала. Все, лето пришло. Понимаешь ли, вот и не бывало. Да-да-да. Все начинается. Сезон. Отключение воды и прочее. Но к этому лету я подготовилась. Как говорится, у нас готов водонагреватель, у нас готов кондиционер. Нам ничего не страшно. Этому очень-очень рада. Я, кстати, раньше, когда жила на такой квартире, вот, у нас была газовая колонка. Вот, и с газовой колонкой, конечно, было вообще здорово. Мне прям очень нравилось. То есть в любой момент у тебя вода, шикарно. Ко мне отец постоянно приходил мыться. Угу. А сейчас, вот видите, мучаемся с этой водой. Ну, с другой стороны, тоже есть свои определенные плюсы. Вот так. Газовая колонка тоже, знаете, может выходить из строя, там газ может подключить. Ну, конечно, газ реже отключают, чем горячую воду, но тем не менее. Так. Вов, порежь салат, будь добр. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Ты же добрый человек, где-то в глубине души. Последнюю редиску. Что-то вчера вроде были в магазине, что-то овощи не купили. Что-то я думала, у меня все овощи есть. Оказывается, не все. Оказывается-то, не все. А салаты надо кушать. Сейчас, кстати, смотрела, знаете, листала этот Яндекс. Вот. И наткнулась на статью, как американцы делают, ну, всякие там еду, что они там готовят и прочее. Вот, ну, в принципе, ничем они от нас особо не отличаются. Ну, вот любят они там всякие лосятину поесть, там еще что-то там, я смотрела, кабан у них на обед. С фасолью они очень любят это все дело и кушать.
Вот как у нас с картошкой едят, или там с макаронами, у них очень любят фасоль красную, такую в заливке, которую, в принципе, она не готовится, они максимум ее погреют, и все. У нас вот свои традиции. Бутербродики я посмотрела, какие они делают. Интересно тоже. Мне всегда интересно посмотреть, как другие живут. Сейчас, кстати, надо будет это, съездить в одно место. Мы заказывали посылку на Алиэкспресс. А почему-то, как я поняла, она пришла в какое-то другое место. Она пришла не на почту, а в совершенно другое место. Непонятно. И вот мне тогда еще пришла уведомление. Я думала, спам. Может, кто-то там балуется там, или еще что-то. Потому что, ну, я заказывала на почту, а мне пришло какой-то, знаете, магазин Пятерочка. Я вообще не поняла, сфига ли. Причем даже не по нашему адресу. Вов, порежь салат, пожалуйста. Сейчас я пойду его дерну. У меня тут чайник уже вскипает. Никуда, как говорится, не уходите. Так, все, чайник закипел. Минутку. Сейчас приду. Чайник, ну давай, 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 шустрее. Что там у нас набивается, сейчас посмотрим. 21 градусов. Холодная вода. Она, мол, кстати, очень яркий такой, прям очень яркий. Это подсветку у него. Иван Павлович. Так, где у меня масло? Я сейчас, мне нужно маслечко. Так. Мороженого что-то полно. Все хорошо. Так, только этого мало. Сейчас сделаем сосисками. Завтрак. Завтрак со сосисками. Не хочу, кстати, отваривать. Хочу их обжарить. Жареные сосиски. Вова! Иди сюда! Наверное, я все их использую, потому что их нужно кушать, а то не испортится. Здесь 8 сосисок. По 4 штучки. Но они маленькие, сосиски-то, в принципе. Вот, и пойдут они в наше дело. Он таблеточки пьет, чтобы с давлением не мучиться. А то давление это весьма такое коварное. Коварное такое дело. Раз прихлопнет и все. Потом мало тебе не покажется. Только этого мало. Ходит. Хозяин мой. Не, ну, кстати, очень яркий, короче, этот. Вот первый пуск обогревателя, можно сказать. Практически. Холодной водой будет умываться сейчас. А я предупреждала. Так, 4 сосиски. Сколько? Давайте.
Китае все, короче. Они маленькие. Они сейчас ужарятся и будут маленькие. Сейчас делаю побольше, короче, яичницу. Хочу яичницу. Так, будет вкуснятина у нас с вами. Вкуснятина на завтрак. Вкуснятина и неженятина. Так. Только. Мне страшно, конечно, так каждый раз с этими водами. Мы тогда как про... У нас вода как убежала, знаете, пролили мы соседей, прям жуть. Столько денег я тогда отдала за все вот эти вот страдания соседей. То есть у нас 10 этаж, а мы пролили аж до 6-го, представляете? Это хорошо, что у нас тогда управляющая компания не подала, потому что мы там еще и по стенам у нас текло. В общем, короче, жуть была. Вот. Сейчас, слава богу, все получше. Все. Сосиски жарятся. Что-то у нас вода никогда не нагреется, потому что мы постоянно ее открываем. Так, все. Ой, как они хорошо жарятся. Чего? Ну да. Ну да. Она сейчас включить. Потом уже драть. Режь давай. Умный такой. Что, полтора часа что ли должна ждать, пока она там да. будет? Надо было раньше включать. Надо было раньше. Не звони. Ой, извините. Везде, блин. Сосиски. Сосиски. Только. Ну что, поедем сейчас в этот пост чайник? Ну сегодня последний день. Я сначала думала, что это кто-то прикалывается. А поглядите, будет в интернете никак. Никого. А я что-то искала тогда этот пост и что-то не нашла. Оказывается, все нормально. Не в курсе я была, не в курсе. Не в курсе. Мне тоже нет. Почему да, нет, да, правильно. Вообще непонятно. Но это аккумуляторы, точно. Но они уже оплачены, там все дела. Вот, 6 яиц, я думаю, нам хватит. Хотя, наверное, прям вот это оставлю. Все равно сейчас пойдем выносить. А то воняет этой солёдкой. Солёдкой воняет. Солёдкой. Ну, селёдку вчера прям вкусом так поели. Прям от души наелась. Тот обогреватель-то он прям быстро грел-то. А вот это что-то медленно греет-то. Я чувствую, что он изолирован. А тут открытый будет. Тот прям вообще мгновенно практически грел. Сегодня хоть не забуду посолить. Вчера не знаю, как это вообще забыла картошку посолить. Чтоб заболталась с вами, как всегда. И забыла. Хоть потом вспомнила. Тоже плюс. Так. Ну сейчас, пока мы не прекратим воду использовать, она так и будет использоваться. Если ты не будешь включать. Ну ладно, ладно, нормально. Мне главное, чтобы потом я помыть смогу. Да, вот тогда не используй горячую. Ну, вообще одну воду скорее. Ну хорошо, ты пустая посуду мыть холодной водой. Умник.
тебе чай какой? Мятный? Делай. Я тоже хочу, кстати, что-то мятного чая. Что-то хочу-то успокоиться. Я тебя скоммунизю чайку. Хотя почему у тебя? Чай, он мой. Ты, блин, купила Эрл Грей и не пьешь. Да, конечно. Нахрена он тебе нужен? Чай, он мой. Эрл Грей. Чтобы был. Ты никогда не пьешь. Чтобы был. Чтобы было. Эрл Грей я пью. Слушай, да, пью, не пропадет. У тебя уже там полгода стоит. Ну, пускай дальше стоит. Пить большую такую. Все. Да, пей. Пей. Хорошо. Все, у нас сосиски готовы, яичница готова. Такая красота получилась. Сейчас мы это все дело попилим пополам. Вкуснятинку. Будет сейчас это есть. Вон, да. Но я не хочу больше. Давайте салат вот чисто по йогурту и вот по яичнике. Мне кажется, и так достаточно. Много приготовился. Ты воду вчера сливал сюда, да? В чайник? В чайник. Молодец. Значит, у нас сейчас чайник с хорошей водой. Тут его пить не надо было. Просто погреть. Просто догреть. Так тоже ничего. Так, что у нас еще? Йогурты, салат. Что еще можно подать? Надо вот это, кстати, передать. И хлебушек. Хлебушек и вот этот вот бекончик надо передать. Он, кстати, нормальный. Ты зря на него как клевещешь. Чего? Нормально. Не пахнет он. Что ты на него наезжаешь? Он вчера залез в холодильник и говорит, ой, что-то там пахнет. Блин, что там не пахнет? Нормально все. Вот, немножко. Вот тут. Вкусняшки. Чуть-чуть, буквально. Прикуску. Так, и хлеба надо. И хлеба. Хлеба. Бетон. Окорок. Твой окорок. Этого мало. Только. Это луна. Я думаю, нам 4 куска хватит, да, хлеба? Или побольше положить? Я просто не хочу новый резать. Ставлю пока так. Ну, Женя, так-то нам последний день, да? Когда они отдадут посылку. Надо успеть съездить. А то она уйдет обратно в Китай, получается. Ты даже не знаешь, где это. Не знаю. Такси знает. Такси разберется. Все, яичница готова. Яичница у нас, смотрите, готова. Такими сосисками обжаренными, вкусными. Вован тут у нас салат дорезает вкусный, да? Тут йогурт у нас еще будет. Вот. Чтобы все съели. А то постоянно наставляешь, а потом половина съедается. Все, мои хорошие, пуск дан. Мы теперь будем с горячей водой. Всем хорошего настроения. Напишите, отключили ли у вас воду, когда у вас отключают. Вот. И как вы к этому сезону готовитесь? Используете вы по старинке, греете ли воду? Либо тоже поставили себе водонагреватель. И какой? Напишите. Просто интересно. Мало ли вдруг кто-то собирается ставить. Увидимся на Мукбанке. Всех любим, всех целуем. Пока.